Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! От себя лично и от всех сотрудников русской службы СИГТН хочу поздравить телеканал «Беларусь 24» с 19-летием. Если сравнивать с возрастом человека, 19 лет – это прекрасная дата. Уже есть жизненный опыт за спиной, но при этом сохраняется молодежный азарт и желание каждый день делать что-то новое, творческое, интересное. И в Китае, и в Беларуси у телезрителей одинаковый запрос к журналистам – получать объективную, своевременную и проверенную информацию. Мы с удовольствием знакомим нашу аудиторию с событиями, происходящими в Беларуси. Знаем, что вы тоже уделяете Китаю значительное внимание. Это, безусловно, способствует дружбе и взаимопониманию между нашими народами. Дорогие друзья, в то время, как вы отмечаете день рождения телеканала «Беларусь 24», Китай готовится встретить свой главный традиционный праздник – Новый год по лунному календарю или праздник весны. Так что у меня есть повод поздравить вас сразу с двумя этими событиями и в двойном объеме пожелать счастья, удачи и творческих успехов. Все еще впереди!